И она читает ваши мысли. И сейчас я буду класть эту шляпу к вам на голову, и она будет зачитывать ваши мысли. И начнем, конечно же, с папочки. Готовы? Поехали, папочка. О чем вы думаете? Очаровательная, милая леди. Итак, поехали! Итак, какие же мысли у вас, молодой человек? Можно потанцовывать и, конечно же, не стесняться. Поехали! Самая любимая! Итак, что же думаете вы, моя хорошая? Поехали! Идемте дальше. Какие же мысли? Кто тут у нас заскучал? Идемте к вам. Иду. Итак, скажите, какие же у вас, молодой, интересные мысли? Поехали. Эсли, ты че такая дерзкая, а? Больше не буду. Веселее. Какие же мысли? Куда бы мне? А у вас какие мысли? Какие у вас тут мысли? Что-то пьете, кушаете, все правильно. Брата, смотрите, все хорошо. Если ты обезьяна, я крылья.
что ты думал, свидетель должен отдуваться. Поехали. Итак... На нашем дворе горели фонари, были танцы. Были танцы, были танцы. Были танцы. Танцевали с утром, были танцы. Все кричало. На нашем дворе горели фонари, были танцы. Танцы, танцы, танцы. Танцевали с утром, были танцы. Спасибо, спасибо. И смотрю на Анечку, сестричку нашу невесту. Я знаю, что это ее любимый конкурс, поэтому давайте же прочтем ее мысли. Поехали! Аккуратно, Настенька. Итак.